В Субсехе высадился студенческий десант. Учащиеся вузов, молодогвардейцы откликнулись на призыв о помощи – убрать территорию рядом с мемориалом. Весной здесь высадят деревья, кустарники и благоустроят территорию. Рядом с памятным местом строительства не будет, и это не должно вызывать сомнения, заявляет глава Анапы. На этом месте все хотели бы, чтобы был орбитский сквер. Когда у нас был Сергей Павлович Сергеев, в парковой зоне назначил парк. И теперь здесь будет сквер. Работы будут продолжаться. Мы будем стараться для того, чтобы всем было удобно проживать в Субсехе. Таких мест у нас мало, и мы рады, что их становится больше. Рядом работает техника. Местные депутаты оказали содействие, дали трактор. Этот участок решением мэра Анапы снял с торгов. Об этом он заявил на планерном совещании. Кто придумал в Субсехе на месте рядом со сгоревшим ДК сформировать земельный участок, опубликовать сообщение о его предоставлении с видом разрешенного использования в магазин? Вот у кого в мозгу эта идея возникла? Каким будет будущее благоустройство, покажет архитектурный проект. Жители вносят свои предложения. Архитектор Денис Военков даже разработал примерную схему и принял участие в субботнем мероприятии. Оказываю содействие в строительстве парка со стороны общественности. Я нарисовал примерную схему, потому что мои окна выходят напротив. Я вижу, как люди ходят по этим склонам, по этому полю. Вижу, как строятся естественные дорожки благодаря местному населению. Я предложил примерную схему развития этого парка.